Здравствуйте, дорогие мои читатели. Сегодня пошла информация о том, что Назарбаев появился у Эрдогана в Турции. Как пишет Аккназ, Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталию для участия в дипломатическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. По приглашению президента Турецкой Республики Реджеп Эрдогана Элбасы прибыл в Анталию для участия в дипломатическом форуме. Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Этот форум пройдет по девизам перекодирование дипломатии. Как вы видите на экране, Назарбаев и делегация Турции. И этот факт о том, что Назарбаев действительно прибыл в Турцию. Спасибо всем за внимание и удачи всем.